В данный момент наша фирма занимается проектированием благоустройства территории в городе Анапа, парк строителей в 12-м микрорайоне и дворовые пространства домов номер 19, 17, 16 и 45, которые находятся тоже в 12-м микрорайоне. Появлению этого эскиза предшествовала большая работа, ключевой элемент которой – изучение мнения жителей. При домах номер 19, 17, 16 и 45 были максимально расширены места парковочные, то есть это было основное желание жильцов, мест парковочных не хватает. И в оставшиеся места были добавлены благоустроенные детские площадки небольшие, и места отдыха для взрослых с освещением, с дорожками, с лавочками, с мусорными баками. Центром отдыха в жилом районе станет сквер строителей. Там проектом предусмотрены установка спортивной и двух детских площадок, беседок, устройство прогулочной аллеи. Проект пока в работе, но ключевые точки уже есть. В разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий участвуют городские проектные фирмы. Вся информация аккумулируется в управлении архитектуры. Сотрудники управления выезжали на места расположения этих общественных территорий, произвели фотосъемку существующей ситуации, парков и скверов, которые есть, выслушали предложения общественных представителей, что бы они хотели, чтобы располагалось в этих парках и скверах. После этого провели мониторинг необходимой реконструкции. Все дизайн-проекты сначала будут опубликованы для того, чтобы анапчане смогли с ними ознакомиться, а затем выставлены на рейтинговое голосование. Оно пройдет 18 марта на избирательных участках. Общественное пространство, набравшее больше всего голосов, будет благоустроено в 2018 году.